Всем привет, ребят. Ну что, настало время, наверное, выбить нового героя на моем твинке, на английском сервере, на китайке у меня уже есть. Я вам показал обзор на него. Герой бездонатный, обалденный. Что могу сказать? Его надо выбивать и качать на максималку. Сейчас покажу, как он называется. Вот, Лазурикс, вот так вот он здесь называется. Чем герой хорош, сейчас я вам расскажу. Уже есть нормальный перевод. На 12-12 вызывает ледяной щит, который обеспечивает невосприимчивость к урону от атаки, уклонение от урона в течение 5 секунд. Также наносит урон равный 350% от атаки целям, которые находятся поблизости, в течение на 5 секунд, каждые 5 секунд. И замораживает их на 2 секунды, каждые на 5 секунд в течение 5 секунд. Кулдаун 7 секунд, имеет герой неуязвим, то есть по сути у него 2 секунды уязвимость, дальше опять если он выживает, замораживает, он будет включать свой скилл, замораживать. Какие минусы есть у этого героя? Он очень быстро дохнет, это я уже показывал. Плюсы, он не имеет обратки от ледяного, его, ну то есть от его скилла обратка от огненки, от щита ему не возвращается. Минус, он неподвижный, он стоит на месте, когда включен. Ну, то есть такое, в принципе, летающий, дальник. Я вам уже его показывал, жизни много, но сливается очень быстро. Ну, конечно, очень крутой в некоторых локациях. Ну, я вам это все покажу. Поехали, будем его выбивать. У нас есть три ляма самого. Надеюсь, мы быстро выбьем, как и на китайке. Мне там он упал фактически за 130 или 150к. Это, скажем так, дешево. Также у нас идет сегодня коллекционер. Вот такой вот. 15 слизней. Можно собрать топовую карту. Неплохо. Вот это правильно, я считаю. Они фигню всякую дают. За Ронина дают 8-й разбросик. Тоже неплохо. Покемон рунка одна, ну такое. В общем, поехали. Let's go. Посмотрим, что у нас. Сердцеедка сразу же падает. Какой у нас тут будет шанс? Он через пару дней будет продаваться, но как бы ждать тоже не особо охота, потому что завтра будет атака фартове, надо его прокачать. Рейка, неплохо. Сноузила, хранитель. Ну, как видите, как обычно, топовый роллинг получается. У нас уже Фрейя есть. Тыква есть. Желейки падают. Медуза. Интересно, за сколько мы тут слизней соберем. Дедушка. Странно, что они нового героя не поставили. Ведьма. Валька опять нам падает. Бастимер. Ну давай, рандомчик. Афинка есть. Конечно, эти все герои здесь продаются, в принципе, относительно за копейки, ПБшка. То есть, если у вас есть возможность донатить на английском сервере, пожалуйста, вот вам Бугимен, и мы там уже нормально, в принципе, коллекционера собрали. Что там? Ронина, малыша, Ника, 15 желеек, 30... Нет, 20к всего лишь потратили, половину. Ну окей, let's go. Сейчас музычка поменялась, и сразу нам шаманы начали падать. Так, паладинчик. Хранитель. Бог грома. Ну, относительно, я вам скажу, неплохо падает. Ведьма, Ара. Нравится название панды. Буквы Z не хватает. Так, еще одна тыква. Влад Дракула. Давно я его уже не выбивал. Но что-то как-то одно и то же падает. Асурик. Ничего так. Где мой новый герой? Варлок.
Рогатка даже. Ну, неплохо, неплохо. Паладин Сенна. Еще один паладин. Ну все. Понеслась. Джелли. Пикси, с одной стороны, можно подождать недельку даже. Я уже так делал. Просто не сливать самое. Хотя, в принципе, куда их купить? Суккубчик. Санта Буми Варлок. Дракас. Ниндзя. Валька. Что-то вальки падают. Импотент. Ой, точнее. Имхотеп. Сердцеедка Купидон. Серьезно, тут названия, конечно, смешные. Вала-вала. Еще Асурик. Ну, посмотрите, как падают герои. 60к мы уже слили. Dusk Knight. Не увидел, кто там был, по-моему. По-моему, не он. Ну, как видите, героев у меня всех хватает здесь. У нас даже кулаки перелимите. Седна, так, Сирен, так, Икси. Икси, Шмикси, блин. Вот так вот батька ролит, ребятушки. По сути, я ожидал, что я солью, блин, ну, херову тучу самоцветов на него. Сколько у нас было? 80, сейчас у нас 13. Всего-то ушло 67к на этого героя. Герой обалденный, он у нас есть. В принципе, ничего удивительного, осталось только выбить его еще на русском. Показывал я вам же его, что с него можно сделать. Давайте сейчас его поставим на таблеточку и пойдем. Кстати, можете написать, пока я его не качнул, какую сборку вы хотите еще увидеть. Хотя, в принципе, тут я могу вам делать любые сборки, это не есть проблема. На китайке я уже все вам потестировал, показал. Можно собрать бездонатный вариант, напишите то, что вы хотите на нем увидеть. Можно просто чисто прокачать десятку, потестировать, показать, что он будет на десятке, не качать его на максималку. Варианты как бы есть разные. В любом случае, надо стремиться к максимуму, потому что это именно тот герой, который будет тащить. Ну вот как-то так, вот такая вот птичка у меня уже есть и на втором твинке, осталось только на основу, условно основу выбить, потому что то уже не назовешь основой, мне стыдно называть русский сервер основой. Вот, вот основа китайка и английский, где у моих аккаунтов больше всего плюшек, чем на русском за 3 года игры, здесь, блин, 2 месяца. Или третий пошел-то, ну, плюс-минус. Так, что мы имеем? Мы имеем обалденного героя с обалденными статками. Ну, даже у меня бастион есть, можно сразу же ему цепануть. Атаки у него не так уж и много. Сейчас мы ему не можем ничего поставить. Давайте попробуем что-то выролить интересное для него. Укорка — это не то. Скины на героев новые, я вам скажу честно говоря, такое себе. Я, честно говоря, ожидал чего-то более интересного, лучшего. Лучше бы они этот скин на снеговика влепили, было бы более интересно, чем на рогатку. А Бугимана они сделали таким же, как и Влада Дракулу. Интересно. Так, ожива есть. Может, это с оживой протестировать, на девятку кучнуть. Завтра потестить. Так и просится просто. Давайте. Бастион. Ну, на английском сервере нету проблем. С талантами все есть. Руны. Можно, кстати, будет новые руны. Ничего себе. Даже раскол нам упал. Ожоги падают. Ну, честно скажу, вот я ролю на многих серверах и довольно-таки неплохо сейчас на английском сервере с коробок сыпет.
И коробок много продают, и сыпят очень-очень неплохо. Опять ожог. Ну, ожог мы тестировали, не то. В общем, куча коробок. Кстати, новые таланты, вот выживание даже упало. То, о чем я говорю, что на этом сервере падает лучше всего. Рассвет. Огненка. Бог войны. А ремочка будет или нет? Ну, я не знаю, на русском, мне кажется, он намного хуже падает, чем здесь. С коробок. Ракушка. Ай, просвет. Давайте уже 14 коробок добьем, как и обещал. Так, просвет. Железная воля, кстати, ну тут рунами однозначно ремка будет или либо ожива. В зависимости, конечно, от локации, но мне кажется, все-таки ремка более такой интересный вариант. Можно и оживу ту же самую поставить. Так, ну что, нам упадет ремка или нет? Замедление. Каменка. Нимбл, вот так вот даже. Ну, показывал я тоже вам. Ну, падает, как видите, очень круто. Но ремки нам не видать. Все, пишите комменты, на какой прокачке вы хотите его увидеть. Возможно, затестирую. Всем удачи, всем пока.